Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Вяжем снова сегодня слитки быстрые. Спицы у меня 3,5. Нитки вот такие синие и вот такие черные. Плотность ниток 180 метров в 100 граммах. Просто у меня остатки, поэтому я вот смотала в клубочек. И набираю я... Основная нить у меня будет синяя, то есть синей нитью мы набираем 42 петли. Делаю узелок. И вяжу первый ряд лицевыми петлями. Кромочная петля, изнаночная. Так, после того, как мы провязали первый ряд, привязываем нитку другого цвета и вяжем второй и третий ряд лицевыми петлями. Второй, третий мы связали черным, четвертый и пятый вяжем синей нитью. То есть далее продолжаем наше вязание по 2 ряда. Два ряда синей, два ряда черной. Только вот видите, менять нити мы будем здесь, а нить набора у нас осталась здесь. Продолжаем наше вязание по 2 ряда нитью каждого цвета. Когда наше вязание достигнет момента, вот здесь вот у меня 24 сантиметра ступня, минус 10 сантиметров от величины ступни, длины ступни. У меня 24 сантиметра минус 10, здесь у меня 14. Далее я продолжаю чередовать цвета ниток и делаю убавление. Убавлять я буду после кромочных в начале и в конце лицевого ряда, только одного ряда лицевого. Вот кромочная петля, ее снимаю, провязываю 2 петли вместе. И в конце ряда, смотрите, перед кромочной, то есть когда у нас остается 3 петли на спицах, мы провязываем 2 вместе и последнюю кромочную. Далее изнаночный ряд мы вяжем лицевыми петлями без изменения. В следующем ряду снова делаем эти сокращения, то есть в каждом лицевом ряду мы делаем сокращение. Вот когда мы довязали до уголка, девчонки, здесь мы просто стянули последние 3 петли и будем делать сборку. Начинаем от того момента, где мы начали сокращать. Вот прям узелочек здесь чувствуется. Вот прям над этим узелочком мы начинаем сшивать. Я буду ориентироваться по первому тапочку. И теперь фиксируем вот этот кончик. И сшиваем. И вторую половинку. Задний шовчик складываем пополам и сшиваем. Вот, и когда до конца остается вот, примерно 2 сантиметра, здесь я уже делаю таким вот образом. Собираю петелечки на иглу
ниткой, стягиваю и фиксирую, чтобы у нас пяточка хорошо смотрелась. Выворачиваем вот такой вот у нас носок и вот такой вот тапочек. Все, мои хорошие, на этом я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока и до новых встреч!